который раз убеждаюсь, что игры с хорошо знакомым геймплеем, но новой интересной историей, приятным геймплеем и красивой графикой с большой вероятностью будут долго занимать верхние строчки всевозможных рейтингов. Source Balloon от разработчиков из студии Click Connect вам предстоит спасти мальчугана, который застрял на дне шахты. На поверхность поисковые группы разглядывают все вокруг, и вам каким-то образом надо подать им знак. К счастью, у малыша есть воздушный шарик, который вы должны благополучно доставить на поверхность, стараясь собрать по пути три монетки SOS. Малышу предстоит побывать в трех разных мирах, каждый из которых разделен на 20 пещер. По мере вашего продвижения по уровням, на пути красного шарика начнут встречаться движущиеся платформы, выступы, острые кристаллы, скелеты животных, небольшие обвалы. Так что будьте осторожны, одно неверное движение или острый край, и спасительный шарик лопнет, оставив мальчугана на дне шахты. Для управления шариком используется акселерометр. Наклоняя устройство влево и вправо, вы контролируете его перемещение. Для того, чтобы собрать все монетки, которые принесут вам максимальное количество очков по окончанию уровня, вы можете на некоторое время замедлять подъем шарика, нажав на экран. SOS Balloon – это приятный таймкиллер, который позволит скоротать немало минут, сможет порадовать игроков неплохой мультяшной графикой и приятным звуковым сопровождением. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.